Всем привет. В общем, есть вот такие часы. Электроника 5 называется. Не работают, в общем. Нужно батарейку вставить, но открыть крышку не получается. Нет специального ключа. Здесь вот есть такие пазы специальные. Нужно что-то придумать. Сейчас возьмем вот такую. Ну, ключа нет. Возьмем вилку и попробуем сделать из нее ключ. Потому что вот таким образом я пытался, ну, то есть в одну сторону поворачивать, не получается. Нужно усилия больше, чтобы было хотя бы в два отверстия ставить. Поэтому сейчас будем пробовать колдовать с вилочкой. Вот так мы изуродовали вилку. Два зубчика вот этих нам не нужны. Мы их отогнули. Можно их откусить, в принципе. Ну, если вы хотите этот ключ себе оставить такой. Вот, и вот эти вот так подогнули под углом 90 градусов, два крайних зубчика. Ну и пришлось их по сторонам немножко развести, потому что ширина была узкая. Вот, ну их можно регулировать, как бы это все пассатижами можно сделать, как бы несложно. Ну и еще наперед вилочку надо из нормальной стали, алюминиевая она может не подойти, потому что если усилия сильные потребуются, она будет гнуться. Ну и вставляем в пазы вот так вот и начинаем поворачивать против часовой стрелки. Я еще не открывал, не знаю, сколько крутить надо будет. Так, крутим. Часы советские, сталь хорошая. Долго не открывались, может быть, там прикипело что-то. Ну, крутится хорошо. Чтобы ключ специально не покупать, вот можете сделать такой вилочку, вот такой лайфхак. Здесь вот такое кольцо, оно снялось. Сама крышечка. Вот. Тут все окислилось у нас. И там резиночка, кстати, еще есть. Видимо, защитная. Ну, будем смотреть, что с часами. Тут вот даже что-то отпало, видимо. Ну, это не суть важна. Главное, вот мы часики открыли. Будем разбираться, смотреть, что с ними. В общем, покопался. Вот еще часы такие нашел. Чайка. Валяются. Не знаю, по-моему, они механика вообще. Сейчас посмотрим. Чайка 17 камней написано. И вот здесь такой же механизм. Они очень старые, очень давно валяются. Там, не знаю, лет, наверное, 15-20. Сейчас будем пробовать тоже их открывать. Тут усилия немножко надо приложить. Вот, пошло. То есть я вот пробовал другим способом. Просто эффект зубила вот как бы пытался ковырять в одну дырочку, вот так, не получается. То есть все-таки вот так, вот таким способом. И никакой ключ не нужен. Отлично, здесь также кольцо, вот как в предыдущих часах. Вот они, кстати, недалеко у меня лежат. Вот они. Положу, чтобы не запутаться. Да, и вот эти. Заодно посмотрим, покажу вам, что там внутри. Оп. Ну, эти часы механика. Семнадцать камней. Здесь 200. Я не знаю, что вот это вот за надпись, что она обозначает. Может, кто знает, пишите в комментариях, кто разбирается. И вот тут вот еще какая-то серийный номер, может быть. Тут у нас 39 339. Такая надпись, вот она, все видно. Отличный механизм, все здесь чистенько. Они, по-моему, вообще идут. Я просто открыть хотел, посмотреть, что там у них внутри. Так, на, часики идут, механизм работает. Отличные часики. Ну, может быть, что-то почистить надо, смазать. Я не знаю, кто разбирается, может быть, подскажете, как восстановить такие часы.
принципе, можно носить. Может, кому-то нужны, обращайтесь, пишите. Договоримся. Идут. Ну, стрелочка поржавела, видимо, от влажности, от старости, от времени. Сделано в СССР. Не знаю, может быть, ее тоже как-то заменить можно. Может, мастерскую отнести, чтобы внешний вид привести в порядок. Ну, все. Вот такой вот незамысловатый ключик можно сделать с помощью вилки. Если кому-то понравилось видео, еще раз ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, что вы об этом думаете. Всем пока, до скорых встреч!